Пошевеливайтесь, бездельники! Мы набрали 5 литров! 5 литров! Даже если мнишь себя героем древней Трои, и пускай возможности для роста явно плохи, я всегда могу сказать, что просто сын эпохи. Вновь за окном новый день, дежурных дел дребедень. Лесорубам!
пришла в наше едокам. Едокам? Марат, давай расскажи, как это блюдо называется, что ли, хоть? Да давай сначала съедим, потом узнаем. Шкварчит. А ведь говорят, что минус 17 вроде бы, даже не верится. Ага, Рауль. Или мы настроились просто так. Настроились так. А водку взяли, что ли? Сейчас полторашку доставим. Водку оставили дома, между прочим. Блин, как насчет бутербродиков? Водка яд. Бутербродиков с сальцом. Так они же еще есть. Не, ребята, вы забыли, что мы теперь с 1 мая каждый раз водку же дома оставляем. О, вот этот бутерброд хорошо идет. Картошка вообще офигенно. Так, где же тут еще будет? Ну ладно. Ну, короче, коловыжек нет. Марат, как ты говоришь, это сельфи? Это сельфи. Вот так сейчас мы примерно будем кушать вот эту вкусную еду. Я пошел за ложками. Куда уж так близко поднял-то? Сейчас икра замерзла. Можно подвесить. Да. Ага, красавцы. Зажжет потухшую сигарету. Нет, ты проводку нашу не надо будет. Понял, до установки печки. А на полночной кухне холодный свет. Одинокий. Ты, Искандер? На нашем. Нет, Искандер, ты здесь? Вот этот стук открой, который где труба вводная должна быть. Ее аккуратненько загрузи и наверху сюда. И ладно? Ты назад, но пусть сегодня никто не умрет. Папа приехал. Пусть это нет? День для радостных глаз. Какие люди? Роман пишу, да, Роман. Вот так вот из-за тебя, понял, нет? А я думал за него. Слева. Кажется, за меня все. Там дела отметятся. И будет светло и легко, словно церковь и место. И прощаясь, она поцелует сама. И мы, конечно, пойдем погуляем по трамвайным рельсам. Но будешь этим отрубить? Ты в титрах будешь этим светиться. Никто не умрет. Так ведь запишу отрубить, чего ты? Ты налево. Блин, а это капаю, что ли? Светись, ты перемещаешь налево. Налево. Сегодня никто не умрет. Господи, ты слышишь нас? Есть, я своем говорю. Лично. Пусть сегодня никто не умрет. А я про трансформаторы, но не хочу я про них говорить. Они говорят. Да, подметает 28-й отметок. Эффективнее подметать. Да, давай перевесем направо, направо, направо. О, у нас вообще тандем вперед. Я, кстати, двоих приблизил. А это начальство? Начальство. Большие люди. А глаза смотри какие. Глаза-то, блин, у них это добрые. Добрые глаза-то.
А Санта горбушку хлеба кушает и улыбается, улыбается, а глаза добрые. Вообще это вообще великий косматый, небритый человек, бородачий. Чё он вообще займётся? Он на рин займёт! Ещё раз, пожалуйста, я займёт! Слава! Это наш спаситель! Это наш спаситель, который бензопилу привез и кучу дров навалил. Если бы не он, мы бы пешком домой ушли бы сегодня точно. Слово навалил. Нет, напилил. А? Напилил в смысле, да? Папа. Благодаря ему мы не выгребли. Да, да. Минус 35. Парится? Ну-ка, там видео покажи, кто там все снимался. Пора. Юлька, а давай возьмем с тобой то, что самое необходимое. Коньяк. Дождик был, смотри. А лыжные палки на сейчас дождь кончится. Ага, я так и знал, блядь. Значит, у тебя вопросов не будет. Вы там были? На мае? Так, сейчас мы запечатлеваем момент, когда Рауль далеко-далеко со своим другом рыбаком беседует. Все, Рауль как будто нет, в точку превратился. Уставший.
Это падение будет показано на Ютубе. Пока остави, мне палку надо потратить. Как? Ну, с Богом! Показательное выступление чемпиона России. Люди добрые, куда ходят? Хорошо, я упал. Давай руку. Подожди, ноги накопали. Да я сам, ладно. Ты как вставать собираешься? Сейчас палку сниму. Эпическое падение произошло. Начальник лагеря упал в пропасть. Это тебе не горные лыжи, они не отстегиваются сами. Ой, блин! Нарылись они. Ну-ка, Вадим, посмотри на меня. Ну, голову поверни. Знаешь, какое эпическое падение было, Петровича? Летел, кувыркаясь в пропасть. Какая-то обратно? Нет, он это, на лица щупывает. Ты воды наберешь надо? Наберу, конечно. Че, как успехи, Рауль? Джан? Че? Как успехи? Че? Отметился? Че, клево, нет? Двоечку поймал. А? Двоечку поймал, мелочь. Очень клево. Члены нашего туристического сообщества. Максим и Саша. Да. Как вы там катались? Ночью. На двери. Не на двери. А когда мы. Давки сними. Извращенец.
Сами же попросили, черти. Чего, пошли. Топим тоже. Вот, люди приехали новые, энергетики. Да, винегретики. Винегретики. Лена, тортик. Покажитесь. Вот, с праздником. Куда тебе захотелось, ты говоришь? Куда? На Алтай. Срабикус. Надо средний нож, Рауль. Вот идем. Лыжная шапочка фирменная, конечно, да, наш человек. В булочную такси не едет. А я тоже. Я должна вот такая. А у меня вот для ушей есть такая. Балтийский, нифига себе. Где взял, а? Кто тебе подарил? Лена. Офигеть. Была в Питере. Марат, давай, ты же там, запозируй. Все, давай, позируй, Марат. Нет, дальше подойди, Марат, дальше. Давай, приготовились? Типа по на лыжах. Так, сфотографируем? А, это сволочь такая. Ура! Для энергетика! Какая красота! Ура! Нет, Саша. Yeah.
ледяной водой, разбуди меня, время уходить. Зреет урожай. Батя, дай совет, опоясай в путь. Мать, не провожай. На семи ветрах кто тебе помог? А это здорово, ты мне перешлешь обязательно. Может, кто помог? Сейчас пельмени будут. На семи холмах кто тебя Ливай. Согрел? Да. Кто тебя любил? Наши следы. А вот здесь вот? Вот там. Там? Ну, мы тоже там катались, да? Вместе мы с тобой, родная. Лук да барана. Из конца в конец без края. Крохи собираем. Рядом ты была, берегла крыла. Было невдомёк, я не доглядел. Косы расплела, поводу ушла. Стынет поцелуй. У семи ключей кто тебя учил? Чё ты перестал? Кто чего сказал? У семи дорог кто тебя женил? С кем тебя венчал? Вместе мы с тобой, родная. Нам уже. Пепел до зола. Из конца в конец без края. Носимся молвою. Вместе помирать. Не забуду. Начни съемки. Да, когда в суде потом буду разбираться. Кто поставит крест на могилы нам? Мужик бабу кирпичом, баба скорчилась. Да перезвонами. У ручья.
специально усадить что-то. Нет, его просить на следующую ночь дрожал без папы. Он неправильно, неправильно. А я все время просыпаюсь. Диагонали, кто лег? А я просыпаюсь. Что-то дрожит ногу, бля. А что? Я ноги пытался греть. Нет, я тоже пытался ноги греть. Я ноги вот пытался. Ты поэтому диагональ лег, как Марат свои сыны. Я смотрю, что у него что-то было. Очень коротко стал. Нет, ты, Сканер, хоть ты стонал бы немножко. Здесь ты стонал? Я бы тебя накрыл. Давай. Я бы сейчас стонал. Нет, я же не знал. Я не могу, я снимаю. Иду, иду, иду. Thank you.
счастье.